Привет, дорогие друзья, с тобой Эдди. Наконец-то наступил этот день. День Икс. Долгожданный мод на Попзей. Вау. Да, это Попзей, тот самый трек из альбома Incredible Pola. Не самая моя любимая. Геймбокс. Мод создал один человек, который делал на меня анимацию. Это его первая работа, его первый проект. Я скажу, у него небольшой потенциал. Да, потенциал. Думаю, в будущем он сделает довольно качественный и свежий Попзей. Здесь ничего не будет, кроме звуков, поэтому давай протестим. О. Ну, кстати, сами звуки взяты из самого же трека, но я был бы не против, чтобы это было модом. Сейчас какие моды только не делают по какой-либо песне. Неплохо. Вот это у тебя шарик на голове, парень. Та самая колонка из дистопии. Ну неплохо, биты качают. О, такой прям звук, мне нравится. И самое время эффекты. Что у нас тут? Чувак в очках, в красном. Ха, на удивление, не бас. О, вот это уже бас. Просто какой-то аквалангист. Это уже какая-то игра в кальмары. Чувак, ты меня этим звуком реально флешбэкнул в тот самый сериал. Уже какое-то племя пошло. Ну ладно, я не люблю пародировать звуки. Ну, как бы саму суть я понял, какой он звук издает, но там еще вдобавок ему мешает другой ему звук. Ну, неплохо, хочу сказать. Итак, желтые мелодии, и у нас опять чел в очках. Конечно, непривычно, что сами звуки взяты из самого трека, и непонятно, какой звук именно он издает, потому что там все смешивается. О. Воу, у этого перса есть анимация. Ну, миленько, чё. Забавно. Такая прям модная челка. Такой прям модный челик, весь в пятнистой одежде. Неплохо. А у тебя неплохой вкус, геймер десятка ченел. Просто какая-то поющая птичка. Ух, такое еще прям продолговатое эхо. Но и сами последние голоса. Вау, но скажу так, сам текст в этом треке зачет, я скажу. Как я уже сказал, не мой фаворит, но можно разок послушать.
Воу. Просто два чувака в шляпе, и тут у нас Дейтс. Вот это мне нравится. Что? Я не знаю, почему мне смешно. Просто он это произносит, и он просто голый. Ну, грубо говоря. Какой-то уже аватар пошел. Ну, неплохо. Думаю, для первого раза, для человека, который впервые делает мод, думаю, от себя я бы тоже так сделал бы. Но не думаю. Все же над своим модом стараться стоит. Ну, чувак, если ты хочешь сделать реально ремейк PopZ, то я готов тебе в этом помочь. А сейчас микс!
Kiss my bleach, you wanna good bumping the chips flow. Okay, I wanna see the props say. Это был PopZay, мод от человека, который пытался сделать мод, думаю, годно. Сам трек PopZay тоже на самом деле неплохой. А с тобой был я, Эдди. Подписывайся на канал и оставляйся комментарии. Всем пока, до скорого, до новых модов.